дашь команду, когда поедем? Жди, жди, еще и... КамАЗа. Ой, блядь, сейчас взорвутся. Ну, пиздец, смертники едут. Махмуд подорвал. Еще машина. А это что за немецкое говно ездит? Немцы. Блядь. Тимкилов будет пиздец. Нет, Тимкилов не будет. Как не будет? Ты посмотри форму там верхнюю, нижнюю. Еще КамАЗ. Давай. Едем, не стесняемся. Едем. Ну, за КамАЗом, все, можете ехать. Нету ПНВшки. Ни ПНВшки нету, ни вылезти не могу. Наша гора. Да, заезжайте линию, вроде чего нет.
500 должны как бы были тоже слышать, видеть. Да. Видели, я специально бойцов узнать. Мех, остановочку надо как спрыгнуть. Ага, отлично. Езжайте. Это... Фаран. Понижение, да. Знаешь, на что включается? Нет. На цель жми и уверенно в гору поползем. Не забудьте зону включить. Да, потом надо будет ее отключать, когда мы нормально погорим или нехотя. Так, нам на юг. Вы куда поехали вообще? Вправо. Да, вот прям и... Побежать же без лестницы. Кто удаляет мои линии, блядь, объясните мне. Рисуй нормально. Ctrl-M навигатором включить пехоту, если что. Я думаю, они поопытнее нас. Это мы знаем. Просто раньше пониженным через колесико мыши включали. А сейчас видишь? Можно встретиться? Лысый, выходи. Не-не-не, едь, я с вами с горы. А хотя тормози, дай выйду. Еще дохнуть, блядь, с вами. Все, удачи вам. Кого дальше довести? Командире, люк закройте, пожалуйста. Все, все вышли? Нет, я вышел, едь. Да вообще всем можно выйти. Да нет, я DLC доеду, мне ближе будут идти. Не крыть тут уже. Крыть вообще на пик перец. У которого со стороны противника сплошные камни, значит, что энергии. А кстати, а у них теплачки чё, как, по теплачкам? У них везде тепло. Да? Пехота. Впереди на крик, плохо слышно. Печально. Так, но мы на метке ДТ. Остановись, воду. Все, ушел. Пойдем прятать технику. Трекер, ты там копаешь, что-то что-то. Шутер, ты тот? Камни нахуй, да, да. Настраивай вторым каналом. Кстати, поставил вот эти большую кнопку. Я не знаю, какую, блядь. 85, на. Ну, я же говорю, ты копаешь, ах ты, падла, обманул меня. Ты этим вопросом напомнил мне, что здесь клад. Светлая ночь, нихуя не видно, блядь. Просто ты стареешь. Это потому что, короче, на горе, на склонах тут темнее. Почему-то вообще пиздец прям. Так я в гору поднимаюсь. Ты знаешь, что такое понятие, как тень? Раз. Наклон, да, да. Вот слышно, Шутер? Слышно. Тёплый сторон. Всё. Так, ты вектор забрал? Хэви, ты где? А я не знаю. Я выстрелился с Тошкой. Че у нас? А, у нас бинокль, блядь. Ночник. Серьезно? Да, конечно. Нихуя себе. Я на метке ДТ. Буду с теплока смотреть на ее голос. У меня что-то метки. Все, сейчас можешь. Я просто вниз залез, внутрь. Так. Работало электричество, хули. Ты там болит, слышишь меня? Чё, лысый, мне восток, юго-восток смотреть? Ну, по ситуации посмотри. Сколько там гор на юге? Примерно. У них теплаки, шутят. Например, вот на 170-180. Сейчас, подожди. Группа камней на горизонте. Ну, там с юга он пишет, что СПН, возможно.
Не, просто померьте дистанцию, пожалуйста, у меня этот МАВС. Да померить может грит, но грит он вообще стрельпизда от нас. Да ему, блядь, подниматься, он, блядь, в полмиссии подниматься туда будет. Блядь. Нет, конечно. А там хитро надо, там тет держать, по-моему, надо. Смотри, нет. Вертолет летит где-то. Тошка готовь, шай там труп. 140 азимут. По звуку вроде галоша здоровая. У них, кстати, гау, по-моему, стоят на этих чунуках на коровах. А у них есть парашюты или нет? Должны быть. Тут ночью ты самое топное парашютироваться. Блять, звук слышу визуально, не вижу. А, этих нету, гау. Писала бы. У них авиация боевая только Black Hawk и, блять, самолет. Нет, ну чинуке-то по-любому пулемет есть. Нет, нет, нет. Как нет? У меня это странно, это транспортный ПМП. Ничего. Блять, шутер! Шутер, блядь! Нахуя ты оттуда уехал, блин? Мне там не нравилось. Ты ДВ вообще слышал? Я смотрю. Общий ДВ нет. Я не... У меня нету ДВ. Я смотрю, и голос, и голос. Так не надо было в тачке выходить. Там я осматриваюсь. Просили его всю отстреляться, потом выходка сладкий. А ты тут осматриваешься. Ну у них же ДВшка есть, они бы сказали бы. На востоке, в востоке. Отстреляются. Сейчас просто отстреляются нам в ебало и все. Нам что так отстреляются, так вот дымка. Да никого мы не успеем, блять. Блоков по берегу ушел на север. Низко. Да. Что, подавился? Прямо, что? Ну, блядь, ну, метров не успеем. Никого мы не успеем так отстрелять, прилетит и все. Да, так, так, говорит, вижу тебя, все, молодец, знаю, где снайперка лежит. Шутер, шутер.
ему сил дымы, что-то я не понял. От меня ровно север от моей метки. Пламя. Да, его вижу. Север это сзади нас. Походу только одна ракета и все. Нет, там еще одна есть, но она заряжается. Самое хуевое то, что у них всех теплаки. Бэха сейчас, хотя, конечно, не светит. По идее, она должна остыть. Один вертолет с этим Славкой уронили. Неплохо. А если в армии вертолет с Славкой падает, он убивается или нет? Хуй знает. А тут окопы ускорили, что быстро как-то копают. А, кстати, блядь, сейчас окопчик выкопаем, шутер. Ага, я уже копаю. Шутер видно за этой штукой?
Сейчас посмотрим. Смотри, Бэху на юге. Ой, лавка на юге. Ты, возможно, ее должен видеть. Слышь? Я смотрю. Так, юга. Юго-восток. Юго-восток. Никак нет, пока не видно. Да, хребет тут мешает. А, ну у меня просто лавка на хребте. Ой, бэха на хребте стоит, а я дальше по бэхе не вижу. Мы на высоте 190, хребет на 200, а лавка вообще на 100. Она за хребтом на юге. Отставить, шутер. Ну смотри эту высоту. Да, она за хребтом. Но за хребтом на юге. Я сейчас еще один окопчик выкопаю. Так, отсюда, в принципе, кроме как депутатов, ничего не видно. Сейчас еще слева тут закрою, чтобы она не прилетела в бочину. У них нет вертолетов. У них только самолет. Не будут ли они этот самолет... Где... А это на 178, где я просто сейчас не могу посмотреть. Ну, это да. Юг? Да. На юге лазеркой кто-то и светит, 178. За горой? За горой, да. Смотрите, что-то неплохо навелись, блядь. Они, походу, на хребет поднимаются. Сейчас, скорее всего, походу, на хребет будут подниматься. Чекай, чекай, шутер. Тут, в принципе, ты закрыт. Если у них джавелин. Ну чё, словишь ебалом и всё, чё. Так, от нашей позиции, так, это у нас сколько расстояние? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот это гора. Раз, два, три, десять, двенадцать. Просто там сейчас кто-нибудь подумает, что мы говорим. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, по идее, вон до той высоты, которая вот южнее нас, 800 метров. Ты меня слышишь, да? Нормально? Ага. Если что, я просто... Ты же на крике, да? Ну, нормальный. Ну, сейчас на крик поставлю. Юрий, ну, сейчас пойду первым берегом либо сюда. Вон там кого-то уже лавка стреляет же. Лавочка, шутер. Ну, она за горой. Где? За горой. Ты знаешь. Нет, я просто говорю, стреляет. Ну я просто пацанов слышу, которые Саша. Разговаривают. Да. Какие у тебя снаряды? Ты видишь эти вентиляторы? Короче, одна хае, три куля. Ну на юге также. Сейчас набирай, Маш.
Не видишь? Значит, дальность прорисовки, либо просто бинокль хуёво. Шо? Отправьте его, медика. Либо дальность прорисовки, либо чё? Бинокль хуёвый у тебя, у Бэхи. Он сказал, что по нему попали. Лапка стреляла на запах. Максимально. Бэха, по-моему, трассера летит, блядь. Там, короче, за этой горой вижу впереди, много впереди. Вентиляторов стоят. Впереди, но они летят на запад, блядь, а мы на север. Так, блядь, везёте меня? Я бойку вижу в прицелы, блядь. Впереди них пролетают, блядь. Блин, ну пизда, конечно, нахуй туда его отправили. Кого? Выйдет, блядь, чего? Горит, возвращайся. Я тебя еще спросил, вот эта штука тебе не мешает или мешает, блин? Иди ко мне на высоту, ползи, блин. Ну ты сможешь стрелять по горе? По горе смогу. По верхней части, да? Да. Хорошо. Слева ты тоже сможешь стрелять. Что-то взорвали на Евген. Может, это лавочку? Полетело. Ну, вроде да. В тур полетел от Фоксов туда на Евгензаду. Так я, в принципе, никого не должен видеть. Ты должен... Точнее, наши пехотинцы должны заметить кого-нибудь. Мы выкатиться, стрелять и обратно спрятаться. Нет, я ей говорю, ты сможешь стрелять-то? Смогу стрелять, если... Ну, все. И по холму я сам смогу стрелять. Я к тому, что мы вообще не должны сами не смотреть. Я знаю. Я тебя из-за этого и ставил там, а ты сюда подъехал. Ладно, стой. Не шебурши. Грей, ты с кого вообще азимуту прилетал? Да, он бежит, картина. Грей, в ту сторону бежит. Юго-запад беги. На гору. Вон твоя башка появилась, да? Ну, по нему летела с метки лавки, получается. Через гору, блядь. Вот ты карту открой, через гору, блядь. Смотри на север. Ой, на юг, на юг. Рев лавка на высоте 100. Грейд был на высоте... 220. Между ними высота 220. О, отметка высоты у Грейда 279. Еще вопросы будут? Они не могут такой крутой найти. Форан кого-то вижу, плазин 179. По холму пересекает, может стреляться? По 179. Стрелок видит по азимуту 139. Кого-то по холму идет. В каком направлении? 172. Текай, форум, был разбит. Стреляй. Че там видит? Это не лавка, это мы. Так я говорю, пехотинцы. Грамотный экипаж. Чё там, шутер? Уничтожил? Попробуй за складку нахуярить западнее. Красавчик. Они в низине там где-то идут наверняка. Просто постреляй туда на запад. За складку попробуй. Ниже тех камней, куда ты стрелял. Сейчас я ему передам, у него рации нет. Так ты включи на громкую, я буду слышать. Да нельзя там на громкую. Ну, там же баг-то был. Напиши, напиши, админам, пусть выдадут. Отлично. Все, готовьте, сейчас нас будут ебать. Короче, покидай туда за камень тот. Они могут туда, по нему идти. За какой? Ну, куда ты стрелял в тот раз? Прямо сейчас? Ну, попросил админ, ой, админ, этот.
сорнам на горизонт вылезет. Не смотрите туда, куда БЭК стреляет. Хорош. У меня все. Я сейчас хвешки попробую в низину пульнуть. Быстро. Попал. Там что-то взорвалось. Это наши хаешки туда ебанули в низину. Включи КВшку на громкую. Да я не могу ее включить, там нету такой функции. Дай КВшку, я включу. Короче, боковая правая кнопка. На боковую правую кнопку включай. Сбросил. Включил? Либо возьми ее в руки, будешь слушать. Нет, да. На, включил. Там, короче, не боковая, там посерединке такая большая красная. А значок как будто выключить. Так, ладно, пялься давай, смотри. На нас по-любасому метку поставили. Ты, видать, отошел, я КВшку не слышу. Раз, раз, проверка, слышно? На связи есть кто? Частоты 374.8. Слушай, шутер с левой, ой, с востока метку поставили. Скоро, видать, на гору заберутся. На АИС-Темма. Но я ее чекаю, смотрю, если кого-то увижу, тебе крикну. Ориентир, высота и антенна такая наверху на горе. Вот ты ее будешь видеть, вот сейчас на нее смотришь. Мне кажется, ты попутал по горам. Чего? АСТМ. ДТ, Бэха, вот рядом. Она должна быть. ТТшники на связи есть? Чё такое? Я никого не слышу. Ты на первом канале? 307. Да, на первом канале. Сейчас на второй перейду. 380.3. А, блядь. Опа! По нам, шутер! По нам отработали, шутер! Ну, откуда?
Не знаю. Триста восемьдесят семь точка три. Возможно, самолетом. На связь ДТ есть? Прием. 374.8. На связи есть кто? Не слышу. Я и ДВшку не слышу. Ты слышишь ДВшку? На ДВшке я сдвиг был. 61.6. Я ее слышу, ДВшку. 61. А, справа стрельба какая-то далеко. Снайперка стреляет, шутер. Я слышу, по нам, возможно, лупит. Ну, я вижу, возможно, позицию снайпера. Где-то на западе долбит. А, замполит, к вам приближается вертолет. Можешь ёбнуть туда и пару в раз. В эту сторону идет самолет. Ой, самолет идет. ДТ, на связь. Да, походу там другой человек. Что? А, снайпера отсюда. Лавка, комплект. Гору, шутер, ты гору стреляй, который я тебе говорил. На горе прям. На какой? На Яре, блядь, метку поставили, только что. По какому отчету? Аистема, на востоке от нас. Я там никого не вижу. Сейчас я выйду, блядь. Да, слушай. Снайпер по нам все равно работает. Еще раз какая? А, вижу. Форан нам метку поставили. На севере. Не так далеко. 500 метров на север надо ехать. На север? Понял. Угу. Там метка ДТшников на БМП. И говорят, что ты... Да я, блядь, на связи. Только не слышу никого. На связи есть тут? Мне кажется, она залагала рация. Все, поехали. Один самолет на севере. Да, Марк, что там? Можете его уничтожить? Мы пока не видим высоту саму. У меня лавка, пехота. Понял. Блядь, я вообще нихуя практически не вижу. Мака, ты к нам же едешь, я прав? Да, да. Хорошо. Миномет, пожалуйста, 0-0 метку, срочно. А, самолет проебал бомбу одну. Низко.
Он пытался побомбить нас по радару, но у меня ничего не получилось. Камеры корректируйте. Через 20 секунд готово. Видел, как только что миномет одного убил в окопах флайер. А восточнее, миномет восточнее еще брось. Буквально парочку. Здесь не проедем. Нам надо на север проехать. На севере от нас. Да я знаю, знаю. Я на нее и еду, просто я... Тут камни, блядь. Мы на север едем. Омлет, оставь. Снайперская пара у нас, оставь. Там будет просто здесь. Вот чё, блядь, ПНВ не могли дать, блядь, этому. Давай я тебе сейчас, сейчас доедем до точки, я тебе дам КВшку. Может, какой-то баг, я не знаю, давай. Случился. Мэддер Сот аккуратно над вами примерно сейчас курсирует сам вертолет врага. Гедонист? На! Я КВшку сбросил, смотри. Она пехоту загоняет, я не знаю, что вы. Я понимаю, но вам пизда. Между домиком и колокольчиком. Возможно. О! Но вертолет сам не может. Вот я теперь их слышу, блядь. Какой-то ебаный баг. Километр ровно, километр ровно. Не надо ничего глядеть. Нет, не слышу. Опять перестал. Как ты ее забираешь? Раз, раз, слышно? Включить там наушники, динамики. Да все вещи подключать. Раз, раз, слышно? Да слышно. Да, блядь, я этот... КВшка одна, про ней пизжу, блядь, и вас не слышу, ни пизды. Я понял. Если противник уже поднимается на 224, они увидят Тунгуска и уничтожат с той стороны. Саня, ну, жив? Уничтожат, мой безопасный. Спирит жив? Чего? Чего? Враг с юга идет, Рома. Блядь. А нам стреляли с юга, я ебу, бля, я примерно поставил, обозначил. Там аккуратнее, на юге снайпераста работает где-то. А, поехали на приеме сейчас? Да, 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 на позицию. Одиночные пехотинцы на вот этой горе с востока. Просто говорю, понял какая? Самая да, высокая. С востока, я понял тебя. Все хорошо. Еще правее, левее, они где-то там. Да не, наверное, на другую сторону горы перешли. Мы на метке БМП. Антошка в окопах лежит, к нему можно... Смотри, восток, да. Шутер. И его М-ка лежит на окопах. Слышишь? Я восток, смотри вот эту высоту, там одиночные пехотинцы бегают. По горе, по той, вот где вот, который, я про который тебе говорю, куда ты стрелял. На камнях саленты бегают. А я тебе окопчик пока да. Выкопаю. Да. Понял? Так там наших нет вообще, да? Мардером. Наших думаю, нету на той высоте. Просто все горы, просто беспокойся. Ты
Да, постреляй туда вправо-влево на высоту и дальше направо. Шутер, вправо-влево, по высоте. По склону, по камням поработай. Все равно. Я все вижу. Противника на 140 стоит, блин, смотрит, наверное, враг. Да это конечно. Давай на после похоже. От дороги, ориентир дорога где? Скинь ПЗРК, он с тебя палит. Я его возьму. 84 сейчас поставлю метку. Смотри, высота 184, пехотинцев видит. Это Сален Пех. ТТ Сален Пех. Смотри дальше. Красный туда. Кружочек еще нарисовал. Принт. Там какой-то ебало торчит. Там ебало какой торчит. Так, сейчас я тут сориентируюсь. Короче, за дорогу закидывай. Сейчас еще миномет сработал, да? После бахи сразу. Вроде нет миномета. Были разрывы за бортом. Взрыв миномета, там как раз Пех. Смотри, он убегает налево на вас. 140 взрывы миномета, там пехотинец лага. А, блядь, не тался. Надо Бэха сюда в окопы загнать, она отсюда все будет. Она себя капает, сейчас уже сидит. Слушай, мне кажется, я вижу какой-то что-то типа станка. Что ты куда закидываешь? А. На приеме. Азимут 150. Азимут 150. Азимут 152. На горизонте камушки двойные. На горизонте камушки двойные. Станок торчит, мне кажется. Справа от них станок торчит. Ты видишь? Еще раз. На 150. На 150 азимут, двойной камушек. Ну, правее чуть-чуть, станок торчит. То, что там видно. На азимуте 150 и станок, около двух камушков станок стоит. Видишь? Два камушка. Всем шаг по КВ. Всем шаг по КВ. А он окопанный хоть там? Всем шаг по КВ. Не вижу остановки. А, стрелок не видит. Это, кажись, шаг по КВ. Давай по домику стреляем. Я тебя закопаю сейчас сзади еще. И шаг... А, блядь, шаг был. Раз, раз. Раз, слышно. Блядь, а чё Дрим-то не отошел, ёбаный дурак? Я его оставил наблюдать там. Ну, он несколько раз просил остаться, но он остался. Ты говорил про станок, да? Да. Я его вижу. И, по-моему, у него кто-то сидит или там снайпер, или пехотинец, не знаю. Ну, я вижу текстурку какую-то, не рельефную, не понимаю, что это. Стрелять по ней. Я только что не было, и только что появилось снова. Это, по-моему, снайпер какой-то. Не-не, статично, не двигается. Стрелять по ней. Ты юзаешь этот дальномер? Да, но дальность не могу умереть только у него. А, потому что неправильно меряешь. Нет, неподалеку да. От Бэхи кто-то стреляет, да. Это я рядом сижу с вами. Понял. Шутер, ты назад видишь нормально? Стрелять сможешь? Все, хорошо. Дальномер либо на Т, либо на ТАП. Либо... Вектор R. ТАП азимут, расстояние R. В ЦБА, в назначениях клавиш, там все есть. Короткий куб, открыть большой куб. А, ну да. 1245. По милдотам
знаешь, как пользоваться? Да, прям ты пошел и учился. Как, блядь, по таблице работать, расстояние? Ну, я уже понял. А это самолет, что, живой еще? Да, конечно, живой, блядь. Ну, ты говори, без РКП есть еще. Так, вижу какой-то транспорт. Какой транспорт, слышишь? Подожди. Какой транспорт? Где? Чё? Это воздух, это воздух. Транспорт на 50 какой-то. Запад, огонь. Ну как сразу же, наверное, если вы учите. Я даже не вижу. Давай, вижу транспорт, да, с 50 движется с севера на юг. Враг? Враг или нет? Мочи. Стреляй. Похоже на нашу хуйню немецкую. На немецкую хуйню похоже на нашу. Уводи! Води! Чё, это свой, что? Да. Ну, стреляйте. Скажите, то, что свой. Последний момент, что отвели. Перезаряжай. Входящий. Птур! Блять, откуда он? Я не вижу. По Тунгуске стреляют. Азимут. Запад. Ходит. 220. 200. 180. На низком. Зашел за... Вертолет. 140, зашел. Да ебать, на такой скорости я хуй его поймаю. Тунгуска жива. Че, по ней попали, по-моему, там экипаж. Жива. Крутит башню. Я пристрел, поэтому вверху он спрятался. Назад? На востоке, в смысле? На юго-востоке. 140. Это ФРВшники там были. У меня в списке чистках торчал. 1250 метров. Там была где-то, блядь. Стреляй. Подавляю, но его только ствол видно. Шутер, у них, короче, лавки, хамера. И все. Лавки, хамера, шутер. Да-да. Все. Я видел брик. Спрятался. Самолет надо не выкатывать. Азимут на самолет, давайте, у нас ПЗРК есть. Там, как говорил, он на низкой высоте носится на скорости. Лавки и хамера, шутер. Лавки и хамера. Мне еще увидеть его надо, я увидеть, я же не могу его, блядь. Ну, когда он на форсаже летит, то у него огоньки, короче, в небе, блядь, увидишь. А так тебе порисовку максимум надо выкрутить, блядь. Да я поставил уже. Ты просто въебало в небо смотри. Если увидишь вертолет, сбивай вертолет, похуй, блядь. Меньше проблем будет. У нас на востоке на горе кто-нибудь кого-нибудь видит? Я все время полю там чисто. Кроме команды. Южнее, вот это, где дорога идет, видишь? Дома разбиты? Да. Ну, могу увидеть. Хорошо. Но для этого надо, типа, резаку продать. А тунгуски свои бегают, да? У нас эти дома бэха для профилактики прошатало, как я понял, чтобы не было. Угу. Прошили. Так, во-первых, блядь, я всех, блядь, запомнить нахуй, лавок на юге больше нету, блядь. Лавка только одна на севере, и то очень далеко, блядь. У техники больше наземного врага нету. Коми, блядь, хамеров, нахуй. Что-то летит что-то. Смотри, пуски 140. По ней вижу. Он слишком быстро летит, хуйня. Это шутер и самолет. Все нормально. Кто в кого?
Короче, лавка осталась у них одна и где-то на севере. С пушки попал, что ли? Да. У нас вроде всех взорвали. Вроде. Я не паникую, я тебе просто сообщаю то, что... А, блядь, у меня же... А, нет, я вообще-то громкость выключил. Потому что я нихуя не слышал. Смотрите, ближайшие склоны на юге, они от нас в 500 метрах. Да ее включаешь, я их не слышу. Не, я в плане того, что этот склон смотреть, чтобы оттуда никто не вылез. Этот склон. Дым за воздухом. Ты, Хэви, смотришь чисто юг, высоту, с которой мы ушли. Трейдер, Грейд, на восток смотрит. Я всю пору вижу сам, но... Это в подножие, на подножие. Это, кстати, снайпер. В смысле, вражеский, что ли? Ну да, я вижу. Не, это мои, по снайперу. На горе снайпер? Там, где метка на Тесфале. Ну, тут он по тебе и стрелял, значит. Ну, он сейчас смотрит на юго-запад куда-то. Или на запад. Вот он там как медом намазан, блин. Стрельба. Со своей стороны от трекера выхода. Шутер. На гору залезло что-то. Это, блядь, что такое, ну? На какую? Лавка, 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 пацаны! Азимут 30, на горе! Туда трассера только что летели. Да, походу, где-то на север острове. Только что на гору забирался, блядь. Да, Азимут, ты можешь сказать? Да. Азимут 30. Какой Азимут? 30. Есть, вроде, да. Какой? 30, блядь! А, лавки минус башня, она пока не дееспособна. Под нами чё катается, блядь? Под бэхой. Я слышу, техника едет какая-то. У вас это свои. Это тунгуска. Понял. Шутера, лавка была на горе, забиралась на гору. На 30 азимут. Окей. По ней стреляла Зушка наша. У ней выбита пушка. Бля, я какую-то хуйню видел на 350, на вид реки. Я под этой камень что-то появилась и уехала вниз. Там вроде метка. Да, да, стоит. Наверх туда забирался. Вот город. Куда мы сейчас стоим, да, носом, блядь? Сейчас предыдущая техника, которую чуть не подбили, тоже без меток шла. Как раз где метка КНД, там враг у них стоит. Что-то летит. Спроси, от Тунгуски пех какой-нибудь к нам бежит? Я вижу на 220 в низине, в камнях, к нам бежит какой-то пехотинец на шифтах. Враг. Убивай! Убивай! Кого? Где? Это я не тебе. Далеко? Похоже на своего, я не знаю. Он прям был уверен и бежит. Нет, блин. Нехуй бегать, блин. По прямое попадание, но, по-моему, это слух. Да нехуй, на КВ бы вышел. Да, там какой-то минус. Может, Фоксёнов вообще. А, да. Там куда-то трассером стреляют. Куда? По-моему, это свой был. Ну как бы их часть экипажа этого и хуйни. Пацан выпал, убежал на техник. Да-да-да, КНД вон долбит, что-то взорвалось у них. На 350. Вот туда как раз лавка и уехала примерно. Я даже с. Да, на приеме. Бэха на приеме. Смотри, ровно север от вас, далеко. Красная метка, где 2 нуля и чуть-чуть правее. Там вроде как что-то вражеское двигается. Вот-вот, я там и видел что-то.
Ровно север, понял. Ну вот на севере, вижу, 2-0 метка минометная, справа красное отделение. Прочекайте, если разберетесь, там своих не должно быть. Про дым я не знаю, как ты туда можешь досматривать. А, хотя 2,5 там есть. А я просто повернулся и что-то увидел, и промелькнуло что-то белое. У меня дистанция на максималке. Тунгуска по кому работает? Самолет? Нет, она работает по горе, но там никого нет. Может, пытается закинуть туда, за гору. По горе какой? На 30. На 30. Куда лавочку езжал? На максимум стоит. Ну и ладно, и хуй с ним. Вот смотри, лавку отметили там, где тебе говорил Бэх. К северу лавку отметили. Под ветряками Бэха. Под ветряками Бэха, шутер. Лавку отметили. Блять, хоть копай спереди теперь еще, блядь. Бэха, ты принял? Да, да, но ее не видно. Хайжи, пошел в чел, проверь. Давай, вот, я лучше. Меня уже видно, да. Ты живой? Ничего не видишь, блядь? Бля, ну пехота где-то есть, Рожишка? Я снайпером постоянно вижу, но одно и то же ты видишь. Не закупи его, посчитай. Дай метку на него хотя бы. Ну я поставил SNP. Я его не убить, он так за камерой стоит, только оружие видит. Бэха, блядь, нарисуй себе маршрут до зоны. Нарисуй маршрут до зоны, все собираемся в бэхе. Грит, заебал этот станок, стой. Да нет, снайпер, я видел, как он брал бинокль. Но мы около Бэхи. Давайте, подтягивайтесь. Бэха, заведись. А на трекере? Заведись, шутер. На трекере. Да, ну, рядышком. А? Заведись, Вова. Сказали же завести, завелись. Вообще, я говорю, рядом с трекером Бэха стоит 20 метров. Метка убитого мною. Да. Я говорю, я по противнику так не стреляю. Далеко, я понял, Бэха далеко очень, может заглушиться. Там в окопах стоит, видишь ее? Да, вижу. Ух, ебать, светлее стало. Бля, тут тошка, конечно, схавать птур, ебать. А он не птур, он, мне кажется, блядь, ракету нахуй словил с этого СФ-18. Да, бля, не может быть. Ну, у них нету птуров, блядь. Я тоже кажется, что у него прилетело. А в этот момент Тунгуска сказал, что в какой-то типа по ней начали стрелять. Ну это ракета, скорее всего, просто. Я сказал, станок сами потом будет разбираться чуть. Самое интересное, я к нему впритык стоял, смотрел на него, и в этот момент ему в лоб прилетела ракета. Я не убила. Салют, я чуть-чуть прослушал. Что мы делаем? Собираемся изучать? Собираемся у Байхи. Потом едем к зоне. Ты поймешь, что так погорело? Да.
6. Это болит. Это за горой горит. Что-то горит на 36, пацаны. Видать, лавку сожгли или еще что-то. Ну, да, можно взрывается хорошо. Разрывы прям большие. До сих пор. Да, там пометка лавка была. Скорее всего, сожгли. Пуск! Это наш тур. Ой, это ШПЗРК. Бля, я не, даже не лучше не туда. Это Тунгуска. Да, вижу вроде самолет. Не лочит. Далеко, наверное. Далеко. Он навстречу идет, он на нее летит. Лучи. Проб. Со всех ходи сейчас на запад. С какого направления идет? Запад. Запад, он. Вижу, но не лочит. Аж среди пока. Среди. Он развернулся, на север уходит. Что-то медленно так, он прям, блядь, подбит, наверное. Кто не возле БМП? Я пока. А после Дрима мы шаг делали, да? Да. Что-то походу так и все. Техника, да, но не пехота. Пехоты еще много. Форум возле БМПшки полазит. Это наш. Тут собираемся все. Салют, тебе далеко есть время отойти на минус? Нет, садись в машину. Все в машину. Все в машину. Все в машину. Салин, снаряды остались? Я рюкзак оставил. Хорошо. Поехали. Все, все собрались, едем. Поехали. Прям в зону заезжать? Да. Стрельба спереди! Стрельба спереди, стреляй! Езжай. Нету спереди стрельбы, блядь. Да, трассера были, а тут летели прямо в нас. Езжай, я тут, блядь, и так плохо вижу, нахуй, блядь. ПНВ-то нету, блядь. Да он не работает.
сказать не успевает. Я не слышал вообще ничего. Сальт, мы дальше как действуем? На запад вдоль дороги? Да, идем на запад, на запад. Бэха, можно на гору подняться и контролить все на севере. На какую гору? На левую, что сейчас поднимаемся? Ну, езжай пока прямо по дороге. Потом на западе, да, на гору поднимитесь, и там будете контролить всех на севере. 107, 176. Ты этот одноразку не забирал? Выска. Нет. На запад бежим. Все отошли? Да. На севере своих. На севере есть свои, блядь, но там хоть поймешь, блядь. Вот кто стрелял? Я случайно. Врага, кстати, если что, ямки тоже. Нам прям в зону, да? Да. Там сначала в зону, а потом уже, может, на север. Кстати, эти... Как эти хантеры их выдать уже? Кто? Хантеры? Да, хантеры. 300. У нас вроде не было, да? Если по нам стреляют, сразу ответку ебашьте до смерти, попу, блядь, свои или чужие. Я вот хотел сказать, я вообще не понимаю, где кто свой, кто чужой тут. Я вот говорю, ответка, блядь, летит, хуярьте за победу. Опа. Я по хантеру. А в кого? По хантеру. Не надо? Ладно. Не надо, в зону идем, блядь, не ебем мозги. Там уже разберемся стрелять. Так, дорога же прям в зону приведет, правильно? Да, да. Тебе нормально видно, что? Так это не хантер, это, блядь, это светилка, по-моему. Не-не-не.
Что, тут, блядь, сами фонарь? Фонари. Фонари побить могут, они же бьются здесь. Это прожекторы, можно... которые светят со стороны зоны и зоны. Нахуя вам их, блядь, ставить? Не, я просто не знаю, про какие речи, типа, если мешают тебе. Да, на север нет. Смотри. Так, а зона у нас... Зона... Ну, север видно. Вон бункер, видишь, где она начинается? Вот, это начало зоны. Бункер. На... Надо очень лучше позицию. Чё тебе неудобно? Неудобно выше стрелять? Я тебя сейчас выше подниму. Вниз, бок. Или боком давай я тебя поставлю. Короче, сама принимай решение. Хорошо, кого тебе смотреть, кого убивать. Ну, крутить стея рядом зоны, вот по этим высотам. Все, максимум. Там уже выбирай. Я понял тебя. Все, да. Потому что мы в зоне, а ты далековато от нас. И давай слушайте. Там ДВшки сдвигшер был. Ага. И метку на себя лучше канал поставьте. Блять, тут на фонарь ебаный. ДВшку пока настрой там. Да, ничего понять не могу, как хуйня едет. Да? Куда? Север, пиздец, блять, по нас ставят. Свои едут. Попроси КС, пусть красные метки не актуально удалить все. Я сам сейчас поудаляю нахуй. Там что-то пиздец понасрать. Я к бункеру подхожу. Вообще нихуя не вижу, блин. Вау, тут, блядь, я как-то боком вообще стою. Камазик, короче, катается свой. Так а на дорогу ты можешь нас поставить? А вот здесь что тебе не нравится, ну? Так, короче, закрепляемся в зоне. Противник прет с севера. Плохо? Я в дом тогда вот здесь в бункеру сел. Ну давай, выше там дорога есть. Давай сейчас тебя туда поставлю. Зеркальство кому надо, я скину внизу. Стрельба слева. На дорогу поставить. Да на дороге это зона уже. Нам сказали сверху стоять. Защищать-то, блин. Нам надо подходы цеплять, они уже в городе их ловить, да? А как тебе здесь? Смотри, как охуенно, блин. Немножко по блэдерски метки, только что на правильный блэдерски работал. Я отошел. На сеть? Ну, по блэдерски, в район блэдерской метки, там пониже здания. Сейчас. Заебись? Самолет север. Хорошо. Запад. Ебать, он носится, конечно. Сейчас я только в синий канал поставлю. Чё-то трассера какие-то с севера летят издалека. Ага. Там вроде свои сот. Стреляют они. Вон от дороги справа, видишь, кусты, метка стоит. Вон там? Ну, карту включи и посмотри, на севере от нас. В теории ты можешь видеть. Сейчас я нас немножко тут... А, понятно. Я сел немножко в сторонке, метку дал, чтобы подход. Не очень хорошо тебе. Для меня метка актуальна. Я за пулеметом стационарным. Надо их переехать. Тоже дойти надо, кстати, хочу пиздить. Давай сейчас тебя немножко сдвину. Да я за миску уже четвертую бутылку пить хочется банально. Так иди пока. Так это я думаю, надо просто расслабиться сейчас и пойму. Ну а чё поёбу у нас вообще? Ты хуй его знает. Нормально? Нормально. Нормально. БХЖ
живые? Да, да, на горе на метке стоим. Не по вам там прилетел? Нет. Что-то с юга вот метки лонкастера актуальны. Шутер, если что, из бэхи не выходи, на. Хорошо, просто ладно, сейчас приду. Гори вместе с техникой, на. Оп, КамАЗ взорвали. По КамАЗу ёбнули. Наши? Кто стрелял? Хуй его знает. Не, КамАЗ едет дальше. Блядь, я восток взрыв. Взрыв был южнее. По Тунгуске вы их выстрелили, по Тунгуске. С гранатомета. Поднимусь, посмотрю. По-моему, скоро. Пацаны, они сейчас нам в спину так зайдут. Нам надо на другую сторону перебираться, блядь. Или в зону заезжать. Там надо на дороге встать, там. Вообще, да. Не попробуй на запад, можешь переехать. Ближе к воде. Из зоны тут не видно нихуя, на самом деле. По Тунгуске попало, но она целая, башня. По Тунгуске стреляет сзади нас. С тыла. А где у нас тыл? Сзади, я блядь. Я не вижу никого. Если мы сейчас вообще не перевернемся, на. Поднялся. Ну, у меня обзора нет, конечно. Не вижу, не. Да. Не, это залупа, я даже не буду пытаться. Я могу по ГП шить в направлении, откуда стреляют. Не-не-не, не надо. Да что-то непонятно. Так, этот пидор что-то обнаглял. Так-то да. Ну ему сказать, что под Лугуски попали. Так, тут пех какой-то бежит рядом, но хоть не пойму, чужой свой. Есть пехи вот Лугуски, как думаешь? Да хуй его знает. Валить. С ДВшкой пех. Метку могут дать, правильно? Опа, по нам, пацаны. Еще раз по нам. Бомба, бомба. Я не знаю трекеры и хуй знает. Ну если бы он с ДВшкой, он бы на себе метку поставил. Блядь. Шутер, я вообще теперь уже ничего не вижу. У меня этот, стекло разбито. Блять, откуда самолет? Ну как табачком стоим. Мразь, блядь. Вы живые, пацаны? Бэхи? Да, да. Но у меня разбито стекло, я вообще ничего не вижу. Но. У вас там ремка есть, можешь потом починить. Еду по приборам, блин. Так, Тунга отработала по моей метке, скорее всего, это был враг. Да я думаю, да, и в упор, по ней в упор из гранатомета выстрелили, из разового. Хорошо, отработали, там дом сложился. Смотрите, я смотрю на север, смотрите на восток и на юг. Трус. А где ремка, блядь? Я не вижу ремку, ну. Вон же написано набор инструментов. А. Сиди, не вылази, короче. Попробуй отремонтировать. Тёп, пизда. Это с юга, с юга, с юга. Блядь, я пошел, смотри. С юга по ней, с юга. Да, с юга по РПГ. Шутер на юг, блять, ты отсюда не увидишь. Давайте я сейчас перекачу. Если они вблизи, то мимо. Кто сейчас ракетницу пускал? Наши, блядь? Я. Мимо не попал. У Тунгуски противник, трекер, ты живой? Трекер. Отошел, блядь. Хейп, ты жив? Около Тунгуски противник, шутер. Тунгуска от нас по дороге дальше на востоке. Юго-востоке. Нет, просто...
что-то там. У тебя триплекс тоже разбитый? Да. Блять, надо тебе его ремонтировать. Короче, тут сиди. Опуск! Ебать в бэху прям, кайф. А до этого, блядь, когда Тунгуску заходил, вообще никуда не попал, блядь. Сколько он наров по нам выпускал? Вейт. Ну не знаю, сколько наров выпускал. А ты видел этот... На Ихак, мы не попали? Так-то то, что бы ей пересидели, ему вообще похуй. Бля, ну опять тупой Валентин дотронулся своими руками и все сломал. Да почини, сделай ты лучше. Ничего. Это не Валентин. Может не стоит просто трогать? Трогать. Сначала, знаешь? Это не Валентин, это просто у тебя ручки кривые. А, это у меня ручки кривые. Ну да. Блин, Иван, че? Кстати, спасибо этому полудурку, скажите за то, что убрал квадратики и кого-то обнаружить. Unreal. Что за квадратики? Ну квадратики. Он заметил. А, квадратики, в смысле, кубовок убрал? Нет, нет, квадратики замечательные. В смысле? Ну вот ты сидишь на шилке, ты видишь. Я понимаю. А зачем? Попал? Нет. То, что, блядь, Валентин. Понятно. По-моему, не попал. Попал, но в лавке вообще плохо. Попал? В лавке? По-моему, нет. Он попал в землю прямо при ней. Просто... Так, нам нужно расследование. Тарасева нет под землю, было в лавку. Блин, я надеялся, он нас не увидит. А почему нет пушки? Бля. А у нас 100 выстрелов осталось, я подумал, что он нас не увидит, и лучше потом сразу убанул. Лучше сэкономим. Лавку не попали. Там только фугасным... Фугасным дамагом нанесло урон. А и лампочкам, и всё. Я просто по прошлой лавке в бор, когда она стрелила, и только, ну, стрелка убил или что сделал ей. Ты башню просто выбил. Ну, просто башню выбил, я сейчас мог тоже. Так, а получается вся техника, да, обоевана выбита? Ну, получается. Бэха. Бэха осталось убийство. Да, ну убийство, хорошо. В обороне остались только станки. А, подожди, убийство что, починил ее? Бэха убийство уничтожено, забей. Он ее не починил. А, где он? А, он там бегает. Все это... Он пытается найти экипажник, наверное. Я хуй знаю. И воскресить его? Иди чини, блять. Не, ну ты, блядь, конечно, такие маневры совершал. А что нам делать? Только, извините, перед противником, перед его маршрутом выезжаешь. Не кататься, блядь, по противнику. Ну хоть ты катался по противнику, непонятно. Лотус. Не, да, учитывая, что у вас почти все отделение мертвочего, там ездили, не особо понятно. Кстати, 15 минут назад разрыв был 10. Ну, если считать всем отделением замполита. Нет, у вас... А вот, ты чё? Там. У нас был корабль убили, живой. Убили. Ну это вот сейчас. У нас по отделению чего-то. Был Мэдбак, Хант, я... Мэдбак вообще-то под самый конец умер. Нет. Еще до того, как вы въехали на горку, я умер уже. О-о-о. Начали заживать. Просто зашел с кавахи, я сразу умер. Потому что лавка стреляла. Но не услышать это, извините ли, было тупо. Бы. А у кого, кроме как сотовца, есть еще ПЗРК ручная? У нас у ФРВЛ. А ПЗРК сюда. У нас его нет. Нет. У нас его нету. Неручных ПЗРК. Ну да, их же в сборке нет. Нет, останковые, подожди, останковые. Это ПЗРК? Минстрали. Пусковая зенитная ракетная установка. Не пусковая, блядь. Пусковая, да. Походная. О, блядь. О, нихуя, столько народу убило сейчас за ходом? Ну это Лотос, да. Охуеть. На чё они в хатах сидят? Тут построили хатку, блядь, с убавлением. Ну, думали, мыши. Что, выживут, блядь, ага. Ой, наводят туда, блядь. По скайпу. Ну, вообще-то у него, по-моему, есть, если второй пилот наводчик. А, спасибо, я не знал. Ну, учись. Знаешь. На здоровье, Мэд, хорошо. Ты ж еще неопытный. Будешь просто полезный. Просто всё, если там у него... Кто он керен, что так что вёл? У него бомба есть? Ведьк, что ли? Донные бомбы. Переключить и смотреть UX. А кто у него бомбы нет? Радар первый. Эх, Хан, как так-то, блять? Радар в самолет уничтожил, да? Да, он по координатам хуярил просто еще. Не, ну я это понял, я слышал, что они пытались по Тунгуске еще так сделать два раза. Как он по амулет фигачит? По повидле. Не, Хан стреляет по противнику, но, блядь... Он же пару раз попал, но что-то повидле похуй. Еще попал. А чего он очередями стреляет, не совсем понимаю. Объясните, пожалуйста. Еще попал. Как заряжать этот ключ АГС, этот английский, который МК-19? Ну,
Спасибо, Кэс. Ты действительно спокойно стрелять. Это у Валентина спросил. Под... Коль, ты из него заряжаешь? Он типа через эйс, у меня не заряжался. Типа внутри садился на него. У меня в рюкзаке была коробка к нему. Он тоже, наверное, не заряжался. Через колесико. Тоже не заряжался. Там только можно было поднять и опустить его. Там на надо чем? Было взять коробку и через колесико зарядить. Она у меня была внутри с собой. Ну, нет, он на самолете, он 4 подвеска. Нет, снаружи, скорее всего, сейчас обслуживание боеприпасов. Нет, не было. Это, еще это на чем вы говорите? Агресс, который английский. Ну, там какой-то сломанный этот агресс. А может, на него и не прикручено КС? По-моему, все там нормально. Может, там магазин? Там, по-моему, возможно, просто нажать кнопку перезарядки, когда ты на нем сидишь. Да, я серьезно, не, типа... Не, могли выдать не те... Там магазины, свои, там специфичные ленты, две грамоты. Да, это было именно под этот АГС английский. Вопрос, АГС был английский? Нет, да. Сэмпай как-то заряжал. Нет, британский, он с чаем был. О, нет. Ну, типа, не знаю, я и сидел и так, и сяк, и пробовал, блин, вообще какая-то... Надо не сидеть, надо заряжать. Обалдеть. Серьезно? Серьезно. Саты, тебе в 200-м беднее, да? Конечно. Ну, все понятно. А что с машиной LG Творжа происходит там? Какой-то пати? Там... Это холодильник с творожками. Там произошел бэггэг. Блять, я сначала, когда зверик ехал, думал, типа он просто угорает, пересаживается. Да, это же место, блядь. Я не понял. А это, кажется, это, ну, типа, мигалки, блядь. А можете сказать, а что это был за наноманер? ДМБ с поводом. ДМБ с поводом, смотрите. Ставлю на повода. Где ДМБ, где повод? Вы проиграли. Все. Где хакели? Да все. Скажите, что это был за наноманер беспилотника на старте? Кроватая ракета была. По поводу теплак. А кто, кстати, взорвал радар? Блять, хуй это. Самолет. А, да, понял. Координатор наебал. Прикольно. Там же рулетка, типа. Не рулетка, а ракушка. Ладно. Не краб, а устрица. Краб, ракушка. Потому что ему не надо играть в рулетку, потому что РВР, по-моему, дает ему точные координаты, ну ладно. Так, а чё это синий-то все распыл? Куда в неваляшку поехал, блядь? Я нахоронить? Нихуя себе одного. Кто кого? Самолет Грейда. Просто рандомно. Почему рандом он видит? Через что он видит? Через стены. Второго пилота. Через прибор. Че, ну, тоже с тепловым. Во-первых, у него есть встроенный просто отличный. Вот, у меня система, которых нету в реальности. Встроенный этот тепловой радар. Снейк. Беркут хорош. У него встроенный тепловой радар, у него есть наука, который видит вражеские союзные машины. У него есть куча подсветок целей. Ему светит, я видел уже как минимум трое человек разные. Там цели. Как на пианино играешь на нем. Сейчас уже никто не светит. Я вижу, как минимум один уже светит. Еще кто? Светит. Не знаю, я вижу точку подсветки. Может, это свой как это самолет светит. Его самолет. Может, но я видел. Нет, еще он больше, светит же, блядь. Тоже доебали. Человек сказал, светит, он светит. Я видел больше одной. Значит, кто-то ему светит. Должен светить. А, они же Синпай, да, еще подсвечивают. Наверное. У него осталось что-нибудь там в тубах? Он стреляет по чуть-чуть что-то. У него еще один даггер остался и два хеллфайера. Это в мобаве. По пехоте. Срочно. Что вы здесь даггер наверное, сразу, честно. Там смешно было, Тошка стоял с ПЗВК на самом высоком камне. Ой, не начинай. Я прям в голову светил лазер. Я видел только вспышку, и меня нету, все, блядь. А, теперь я понимаю, что это был за наноманевр от... От кого? Беспилотника. Потому что он пролетел над горой. Он разведал, где точно стоит радар, поэтому самолет точно первым выстрелом и выстрелил. Нет. Самолет много позже сделал. У нас творожок что-то. Беспилотнику надо было сделать, если лишь одно. Увидеть, в какой из четырех предопределенных точек стоит радар. Все. Все остальное они подготовились, конечно, перед играми. Да. Ну, короче, смухлевали, давайте так. А что не смухлевали? Разведку провели. Ой, какую разведку, да. Я соскучился по Аркуду, верните его. Сами верните.
А сколько ему осталось там? Рабочий инструмент отработан, пишите апелляцию. Берете не, это не надо. Да, будет бум. Нет, спасибо. Это про Аркуда было. Так, а куда уже оборона делась? А все, блядь, это победа. Атаки. Атаки же не было. Это убыли последней стеной, которую обороняла. Приготовьтесь, у нас на второй миссии от Сэнпая. Потому что уничтожается Тунгусский, самолет делает все, что хочет. Не, ну как бы с ПЗРК тоже можно стрелять. Не, да, он такого не было. У него предупреждение о пусках, он отвернется от любого. На самом деле, его хуй увидишь, честно говоря. А зачем тогда такой самолет ставили? Так я его нахуй. Да не, это же F-18! И чё, блядь? Вы же так долго его ждали. Су-17, все, максимум, что может быть на игре, блядь. А чем так медленно летает? Многие люди всю жизнь ждали его с Баркелода. Против него как минимум Тор надо ставить. Или нормальный Тунгус, который, видите, он не видит пуски, потому что... Так хер ли это Тунгуска? Тунгутка. Да, Тунгуска, которая не может нормально отстреляться, потому что ракета у нее командное наведение. Нет, надо оптические. Надо дирижабли заграждения, чтобы были. Ой, аэростаты, блядь. Аэростаты. Китайские, надеюсь. Да, да, конечно. Да, кстати, ладно, их же не могли сбить, и мне кажется, что туда тоже куда-то Валентина выписка запустил, поэтому по ним не попадали ракеты. Тоже да, Тунгуска, будешь, потому что это сделано нереалистично, в этом проблема. А я тут при чем? Ну, если это... Ну, понятно, что я Тунгуска нереалистично. Это арма. На кой хер сюда этот, блядь, F-18 добавили? Так это же арма, поэтому добавили. Не, F-18 еще нормально. Мне больше бесит, конечно, тип ракет Hellfire данных ему, который можно по координатам стрелять. GPS-модули. Причем, он просто я здесь прикольную и он говорил, типа, шарифу, что, блядь, ну, поменяй. Хуета полная. Чего вы просто чисто лазерный, блядь? Сейчас ДП умрёт. Нет. О, охуеть, это что? А, это стил от Лотоса подошел. Он до этого еще. Да, он у него доп. Нихуя себе, с хаммерой? А, это Краус. Ух ты, там, блядь, эти бегут сзади. Краус? Кто? Гастуешь, да, они пока добегут, у них он, судя по всему, приказ был до последнего гуру оборонять. До последнего гуру? До последнего гуру. Там что, где-то GV-шник лежит? Живишник этот не играет, я сказал, я пошел в Хогвартс, мне не надо эти ваши. Ну, письмо пришло? Какой факультет? Этот, Пафенпуф. О, светло-серый, светло-серый. Охуеть. Светло-серый. Ошибка в скрипте. Это флот, это флот прибыл? Где их уничтожают? КВГ уничтожили. А шериф здесь? А, не исчезает. Задание не выполнено. Шериф. А последний что? Тебе должен был быть Индиго. Гастович видит Нянкет. А зачем их взорвали? Типа... Задача. Так задача. А разве не та или та, или та? Обе. Обе? Блять. Блять, Гастович. Он что, не попал по хаммеру? Он попал, походу. Ну все равно. Чёрт, пока. Съехал. Гастович. Ну ты чё? Нянкет твоих затушил. Ты ж просто на этого Нянкета вышел. Нямкет не так просто получается. О, там пираты. Гостович, Гостович. Нокнули. Сейчас ланкастеры уебут. Ты не за ту сторону болеешь, краб. Почему? А, ну ладно. Фу, а он прям. Пиздец, блять. А краб прям болельщик? Типа. Болело. Он в футболке сайта 2 сидит. Самарские крылья советов. Около Вога. Голова сплетен тут как бы. Кто-то меня пародирует. А? Бля, так-то реально победа, я думаю, пройдем. Не, вы не успеете. Тяжело. Че не успеете, 17 минут. Сдавайтесь, наверное. Они не успеют выполнить задание. Самолет всех убьет. А что, зачистить потерю одного человека да, и все. Они в суд зайти. Вон Экзиль как раз сейчас заходит. Сейчас ну, ему кофе, будет прописан бан. Бан. Не. Экзиль, да. Блядь, ты чё? Как себе домой, блядь, зашёл? Ты работу нашёл? Куда он вышел, блядь? Закопался душно.
Абис так и охраняет БМП. А ему приказа другого не поступало тоже. Что доебали ты человека, блин. У него есть ДВ? Пузырька спутал. День лот сейчас собьет. Вряд ли. Землетрясение в Грузии. Ладно. Еще одно? Ого. Немкет им сказал, пацан, не входите в зону без меня. Не-не-не, Немкет координирует. Координатор? Он в шахматы играет, еще не понял? Мы пешки в его руках. Кстати, Хаммер Кроус порешал все-таки этот тоже немножечко. Бля, хороши, задом заезжают молодцы. Зад бронированный, все норм. Бое пристраиваются задом к сайду один. Что за страшные звуки? Это предупреждение у Хорната. А чё? По нему сейчас бист отстрелялся. Скорее всего. Да, скорее всего. Судя по шлейфу, да. Кто отстрелялся? Бист? Бист. 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 Не попал. Странно, почему это не отображается, что у него ловушки есть? Сейчас бисту кара постигнет. Да, там сейчас. О, нет, он заходит на цель. Ау. Поверю только тебе. Да что нет, за нахуй такой самолетом, конечно. А что? Кто сделал? Что за пещера? У него показываются позиции пуска, что ли? Да. Да, у него тоже показывается позиции пуска. Кто на снайперов метку ставил? Классная штука. На каких? Потому что до сих пор таких систем нет, по-моему. А, без понятия. Предлагаю три самолета поставить и все. Тебе бесит, я только что меня убил, я почти спиздил к туру, блядь. Самолет. Почти не считается. Это не бист был. Это Никрос, что ли, был? Да, блядь. Кто мне убил? Кайсер Ланкастер. Который был рядом. Кто? Чё, всё нормально с вентиляторами, Никрос. Не, нихуя не нормально, если что. Майнит. Ноутбук, если бы он мог майнить, блядь. Понимаю, понимаю. А кто вас убил, блядь? Омлета лапка прострелила. На флосе. Жестко, конечно. Ну я думаю, вот здесь вообще ушел. Этот человек вопрос задает, блядь, и уходит. Неправильно, не хочет разговаривать. Ужасно, блядь. А, кочегара кто убил? Бан. Спину нахуй. Я считаю, это победа красных, блядь. Потому что тут с таким балансом 100-0 должен быть счет. Да хуй знает. Брамбо, тысячу лет пытались собраться и высадиться. У вас типа техника вот, ну, нафидела очень. Очень нафидела. У нас техники-то не было. Против чего? Вот, блядь, против вся техника самолета, который видит все, что хочет. Потому что технику вроде не сможет. Вы понимаете, что у самолета нереалистичный радар, по которому он видит любую технику на карте и видит, а союзная она или нет? Да не надо. Помните с координатами, чтобы сразу завести... Сейчас будет Ланкастер, блять. Это все, баньте его нахуй. Баньте. А его за что? Я разрешаю. Помните, с как умер? Да за что меня? Взорвал. За что меня так? Бля, вот из чего ты меня выбил? И не ты меня выбил. Из 26-го я выбил, который я ему дал. А, ты специально ждал, пока я сяду, блядь. Нет, я не успел прийти. Меня больше интересует, почему мне точно
просто очередной как гнев божий прилетел, блядь, с неба. Не только тебе. Тут половина сидит таких. Что-то ожидал? У меня вопрос, это... Откуда он знал, самолет всего затащил. Все, успокойтесь. Да, блядь, ну там Лотос играет. Он чтобы вы понимали, он эту карту облетал, наверное, ну, блядь, раз 30 нахуй. Даже может больше быть. Он вообще за этой картой на самолете не вылазил, то есть последние пару дней. Правильно, пилот должен быть подготовлены. Ты он с утра как взлетел, до сих пор летает. Так давай, если так, то давай еще. Бля, я 3 дня репетировал смерть от миномета, пацаны. Если так, то уважение еще меньше. Мусташ получается актер. Да, получается так. Чего уважения меньше? Нет, мы посадим Вальку, который летать не умеет. На кой черт он надо на самолете? Ну типа, чувак просчитал. Сейчас на кого намекает? Вплоть до того, что успевает ли ты у Гуска доехать до Гарри. Он даже просчитал пуск Беста с позиции выбитой БМП. Ты опять киберкотлета? Но он же ж не пристреливался, чёрт. А он реально убил Беста? Блядь. Он заглянул в будущее. Ну не знаю, кого-то он точно пристрелил. Че, наши в зону не хотят зайти? Они в зону. Нахуй надо. Ну это не все. Они еще да они ждут, чтобы самолет все затащил. Сейчас, подожди. Смотри, сейчас будет бах, и нету еще минус один. Нет? Повезло. А уж сейчас заново убьет, не убьет. А, тут в кустах, блять. Надо в мозг вступать тогда. А Лотос на мышке летает, не знаете? А Лотос там вообще, блядь, на всей клавиатуре, как на пианино, блядь, хуярит. Мышка с педалями. Крыса. Я вчера с ним летал, мы выбили отделение GVE просто из ПНов. Просто с ходу, блядь, не находится. Хорош, как удачно. За туса. И зад такой побежал. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай, бить его. Шави, блядь. Чё, захват? Подеба? Захват. Конечно, зам зайдет, смотри. Так а чё? Не, он не добежит. Там сидит немного больше, чем красный. Он уже в зоне. Оп. Лай, бля. Кит за... Дарксайд по кит застряет. Зачем? Туаз не надо. А чё? Ты по своему... Автомат есть. Блядь, хочет стрелять. На свободная сторона, понял? Я бы не сказал. На, Валенчик. Да. Валентин выиграл миссию себе. Получается, что так. Танки, самолеты, вертолеты. Красавчик. Не, он сейчас должен въехать на лавке в зону. Пусковые установки не надо, и самолет есть. Там на вершине. Не, только ТВЛС, ЭВЛС или пусковые. Понял. Наверное. Ну я надеюсь. А не валяшка, типа играющая этот. Играющая ГС. Играющая ГС. Убивающая ГС. Метис. Кто такое? О, нормально. Ебать. Да туз, блядь, по мне. Я говорю, не стреляй, да. Он такой, я вижу врага, блядь, сука, сейчас вот пиздец будет. Так, Сален. Да качо он зайдет, малыш. Вискус должен был забежать. А он не бежит. Он по этим. Нет, не бежит, он лежит. О, точно минус. На. Да, окей. Давай, еби их, блядь. Сейчас вискус. А сколько там зону добираться должно? 120. Трое человек. 20 секунд твой человек. Шериф Зана 300-го нормально. Рос, блядь, решил повернуть. Чисто пузо стер себе через камень. Блять, вот выжил, сука. Ну ты смотри, как я его завернул в крендель. Заходите, смотрите. А чё, подожди, у него на спине ещё этот, МК-19, чё? По вискусу, блять. Да, нет. Ну это всё, да, ну нахуй. Инициатива красных, всё, победа заканчивается. Давайте, хуйню нахуй. А пехоту почему увидит? Не пушки. Ну это уже пиздец полный. Ура! Да, можно по потерям даже, да? По потерям, да. Даже зону не захватили. Сука. ВКВЖ. ВКВЖ, согласен. ВКВЖ. Ставьте дизлайки. Не. Лайк. Блять, ну это пиздец, конечно, а не самолет.